Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в Toilet Coaster, а именно американские горочки в Роблоксе. И сегодня мы с вами покатаемся и попытаемся пройти эту карту до самого конца. Прямо сейчас я заспавнился возле вот таких вот лавовых спусков, и прямо сейчас мне нужно призывать свою лодочку. Так, я заспавнил розовую лодочку. О нет, о нет, о нет! Кажется, я знаю, что сейчас будет. Сейчас будет адский спуск. А нет, зачем она это делает? Зачем она заспавнила так много лодочек? Они же могут зависнуть. О, нет. Воу. Я уже вижу спуск вниз. Знаете, мне это напоминает мои уже другие американские спуски. Американские горочки, точнее. Там мы уже с вами спускались с большой-большой высоты на большой-большой скорости. И если это та же самая карта, то это достаточно обидно. Хотя радуги я там не помню. И вот этого спуска я тоже не помню. Он там был вроде бы немного круче. Здесь он как-то меньше. Воу. Полегче. Я чуть не вылетел за карту. Держимся с тобой. Так, это какая-то лавовая база. Что это? Да, ацтеки подстроили, да? Воу! Мы летим в космос! Да, я точно не помню там космоса. Так, это телепорт был? Серьезно, меня телепортировало? Вау, это второй левел. А здесь нас ждет Супер Марио. И он такой говорит: плыви на этой лодочке. Надеюсь, я до нее смогу допрыгнуть. Где лодка? Почему она от меня отпрыгнула? Вот, что происходит? Тихо. Сейчас сяду в эту лодочку. Все шикарно. 250 робоксов она стоит. Хорошо. Купим ее за 250 робоксов. Возможно, это какой-то дополнительный левел. Поехали! Я потратил 250 робоксов. Это точно не входило в мои планы. Но я вижу там уже других игроков. Интересно, я смогу все время спавнить эту лодочку? Она ведь реально очень годная. Интересно, каково на ней спускаться с этих горок, вон тех американских, на резких спусках. Ну что ж, мы с тобой переплыли, мы с тобой это сделали. И теперь мы с тобой спавним себе новую машинку, легендарную тачку. Так, я должен на нее запрыгнуть, садимся в нее и разгоняемся. Опять мне предлагают что-то купить. Куда я поехал? Куда я еду? Куда я еду? Смотри, я ни на чем еду. Все зависло. Офигеть, офигешеньки. Я просто спускаюсь вниз на ногах. Почему бы и нет? Почему бы просто не поскользить на ногах вниз? Вот это я понимаю лайфхаки от Сливки Шоу. Сейчас я буду ехать по этой кислоте, по кипящей лаве. И здесь я даже не перепрыгну. О, нет! Я даже не собрал никакого чекпоинта. За что? Доедь до конца и получи сюрприз. Кстати, здесь есть вот такая вот надпись. Интересно, что же это за сюрприз? Так. Вот та самая лодочка. Дай-ка я на нее запрыгну. Я могу на ней кататься. Я знаю, я покупал это все за робоксы. Да что это за обман? В смысле? А как плыть-то тогда? Как плыть, а? Как плыть-то? Объясните мне. Я что, должен сам доплывать до туда? Серьезно? Ну, надеюсь, у меня получится доплыть. Кстати, почему деревья шатаются? Или мне кажется? А, нет, они не шатаются. Это всего лишь обман зрения. Ладно, прыгаем и еще раз прыгаем. Да, как же весело. О, впереди меня есть еще какой-то чувак, он под водой плывет. Мы не отчаиваемся, мы не донатим с тобой. Ну, как бы я потратил уже 250 робоксов. Просто в сторону варханов меня кинули на деньги. Но я почему-то не расстраиваюсь. Я продолжаю играть дальше. 250 робоксов мы потеряли, ты понимаешь? Это 200 рублей. Просто так, фу, и все. Просто за лодочку отдали. И где? Где лодка? Я не вижу лодки. Что произошло? Объясните мне. Спавн White Box. Вот, кстати, это камовский бокс. Давай-ка мы его с тобой заспавним. Так, я в него успею запрыгнуть. О, садимся в него и разгоняемся. О, поехал, 200 километров в час, вот это я понимаю, на ультрах играем с тобой. Так, переворачивайся, о, нет, только не вверх ногами, во, шикарненько, я выровнялся, 300 километров в час, вот это я понимаю, царский разгон, главное здесь не перевернуться, все, мы вроде бы застопились, здесь все так и было продумано. Так, и там дальше у нас опять спуски, видимо, нам тоже придется пройтись немного пешочком, вон там где-то, это телепорт, скорее всего, куда-то наверх, но надеюсь, мы до тут доживем. Пока что рано об этом говорить, очень надеюсь, что мы доживем. Держись, Спарки, держись, шляпка Фроги. А вы спрашиваете, почему у меня выпученные глаза? Да потому что я увидел, что произошло со мной.
моя тачка перевернулась. Я еду боком. Ну, это вроде бы называется тачка, да, если я не ошибаюсь? Ну, типа, вагонетка, тачка, почти одно и то же, да? Так, ага. Вот тут мы должны упасть вниз. Как рисково, как рисково. Давай, перевернись. Есть! Ну, наконец-то мы смогли перевернуться. Ну, наконец. Я уж думал, мы так и помрем. Так, 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 так. Что-то мне это не нравится. Мне начинает из стороны в сторону бросать. И черные глаза! Вау! Вау! Не-н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 е. Едем к порталу. Я думал, мы за бортики вылезем. Главное не улетать за бортики. Фу, мы сейчас поедем сверху. А, я в предвкушении. Ты понимаешь, какая сейчас жесть будет здесь происходить? Держим кулачки. Надеюсь, получится пройти это до конца. Так, это портал. Уи! Космос, да! Они, наверное, думали, что это на меня произведет впечатление. Я не пальцем деланный. Я и не через такое проходил. Так, трамплин, трамплин, трамплин. Долетим. Есть, мы живы, мы живы, мы живы, мы живы, мы живы. Мы живы с тобой, мы живы. Фу, сердечко, сердечко схватило. Думал, не долетим или перелетим. Так, ну а тут уже пешочком. Как говорится, иди пешкаросом, топай ножками, тренируй свои булки, сжигай калории, как кто говорит. Ну, знаешь, если бы я был пухленьким, я бы сказал, что я сжигаю калории. Ну, сзади меня мостики никакие не исчезают, здесь нет никаких ловушек. Просто нужно подниматься 1000 лестниц наверх. Конечно, я же, по-вашему, монах, да? Ну, только монахи поднимаются. Какие-то шаулинские. Ну, ничего, как только я поднимусь, я стану настоящим шаулинским монахом. И я... присоединюсь к их клубу. Знаете, тоже девочка какая-то доехала. Я думал, я единственный, кто добрался до конца. Офигеть. Halfway, кстати, называется. А в Виннерсах еще нет никого. Еще нет ни одного победителя на этой карте. Возможно, еще никто просто до конца не выживал. Ну или, возможно, все просто тусят на спавне, и я буду первым. Вот тут один наездник появился, Бокс Райдерс. Как хорошо, что я не убрал эту правую колонку. Хоп, убрал, и все, и ты не можешь палить, кто у нас там играет. Ха! Итак, мы с тобой поднимаемся наверх, и... все, что ли? Это конец? Это конец? А, да ладно! Такой быстрый финал! Ну все, кажется, мы с тобой дошли до финала. Я Виннерс, я, кстати, первый Виннерс на этой карте. Давай возьмем с тобой 200-ю скорость и попробуем спуститься с горки. А еще наберем вот этих много-много всяких прикольных штучек. Встанем вот на эту зеленую полосочку. И что произошло? Да ничего не произошло. Так, ладно, спавним под собой эти палочки, эти платформы. Забираемся как можно выше. Потому что сейчас я хочу сделать еще один спуск, только уже на ногах. Хочу спуститься на ножках вниз и долететь опять до Виннерсов. У меня 200-я скорость. Прикинь, как я быстро разгонюсь. Офигеть, как я быстро перемещаюсь. Я, скорее всего, даже быстрее, чем те вагонетки перемещаюсь. Пойдем с тобой на спавн. Удивим каких-нибудь игроков, но для начала спустимся здесь. Ты готов? Да, я готов. Поехали! Юпи! Давай, 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 давай. Вот это я понимаю разгонище. Окей, это было весело. Это было весело. Так, ну а теперь идем с тобой к спавну. Кстати, вот мои платформы. Ну-ка, попробую на них запрыгнуть сейчас. Я просто страдаю сейчас фигней, потому что я не думал, что такая карта будет короткая. Я думал, она будет немного подольше. Хотя, возможно, мы просто с тобой слишком быстро справились со всеми испытаниями. И на самом деле мы с тобой большие молодцы, потому что мы прошли всю эту карту примерно за 8 минут. Мне кажется, многие не могут попросту дойти до конца. Мы с тобой просто так вот на изи вообще справились и даже не приложили никаких усилий. Не, мы реально красавчики, если так подумать. Ну, еще, конечно же, Юникорн, которая вместе с нами дошла. Это вот та девочка, которая тоже дошла до Виннерсов. Но, скорее всего, она уже доходила до конца этой карты и просто телепортировалась обратно. Так, а вот спавн. Ну что ж, ты готов поражать нубиков? Сейчас подлетим к ним поближе, они такие: «Откуда у тебя такая платформа? А где ты ее откопал?» Я, может быть, тоже такую же хочу себе. Может, побегаем по домикам? Ну-ка. Юпи! 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 Я придумал себе новое испытание! Стоп! А, так, это еще уровень Супер Марио. Получается, вон там спавн. Еще дальше. Следующий замок. Или это не замок? Это какие-то пустынные горы, скорее всего. Давай запрыгнем на одну из этих гор, осмотримся с тобой, посмотрим, там еще кто-то скатывается или нет. Ну, вроде еще никто не скатывается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп, он, кажется, полетел вниз. А, нет, он не полетел. Знаете,
Я на самом деле рад, что впервые сделали не багованные американские горки, потому что обычно, когда я гонял на американских горках, то всегда здесь спавнились разные лодочки, они все совмещались в одну огромную единую лодку, и ужасно лагала вся карта из-за этого. Короче, не могли пофиксить этот баг, но сейчас его пофиксили, и я рад. Мы прошли с тобой полностью испытание. Мы молодцы, можем себя погладить по головушке. Ну что ж, а на этом мой ролик подходит к концу. Если тебе понравился этот ролик, то обязательно поставь свой лайк и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Оставайся таким же крутым и веселым, и увидимся с тобой в следующих видео. Адьос! Playtime!